Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в виде обзоре профессиональный набор инструмента. Набор от компании Hans ТК-42. Состоит набор из 42 предметов. В наборе один рабочий квадрат, это 1/2 дюйма. Немного компании Hans, это профессиональный инструмент премиум класса. Изготавливается он в Тайване на данный момент. На наборы Hans идет пожизненная гарантия. Этот набор поставляется в довольно качественной коробке. Качественная полиграфия, это кому важно на подарок. То есть не просто накладка сверху бумажная, а вот такой вот коробочкой идет. Производятся наборы Hans на острове Тайвань. Перейдем к комплектации. Еще хотелось бы отметить, вот такая вот накладка есть, или прокладка между крышками, чтобы у вас не дребезжал инструмент, тоже она хорошего качества. И здесь полностью есть комплектация набора на ней. Начнем с трещотки. Трещотка 1/2 дюйма. Длина трещотки 265 мм. Здесь 36 зубьев. Есть реверс переключения. Сброс головок. Рукоятка полностью пластиковая. Надпись Hans на рукоятке. И надпись Hans на металле. Также номер по каталогу есть. То есть такую трещотку вы можете найти в каталоге Hans. Трещотки разборные. Можно обслужить внутри. Хотелось бы отметить высокое качество трещоток Hans. Здесь практически нет люфтов на них, то есть такие тугие, туго прокручиваются. Есть вот такое вот колесо, или для того, чтобы можно было, если труднодоступное место, подставили и прокручиваете. Докрутили, а потом уже дожимаете. То есть тоже очень удобно придумали. Г-образный вороток, длина 250 мм, надпись Hans на металле и номер по каталогу присутствует. Можно подсоединять головки с двух концов. Также есть Т-образный вороток, 300 мм. Также весь инструмент в наборе промаркирован по каталогу, то есть. Вороток можете найти в каталоге Hans и также самую трещотку. Удлинители. Два удлинителя 125 и 250 мм. Кардан по 1/2. Кардан здесь проклепан, можно сказать, заклепкой стоят. Он не разборной. Но очень качественно сделан. Далее головки. В наборе шестигранный профиль. Общее количество головок составляет 19 штук. Вес головки на 32 мм составляет 248 грамм. Здесь она такая увесистая и тяжелая. Надпись есть Hans. Номер по каталогу, как обычно, 32 мм. 32 у нас самый большой размер в наборе, и самый маленький это на 8 мм. И набор ключей. Здесь 16 ключей. По размерам у нас идут 6, 7, 8 комбинированные, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19 и ключ 22 и 24 комбинированный. 16 ключей всего. Надпись Hans, CRV, хром-ванадевая сталь, материал изготовления, также номер имеется ключа. Это чтобы найти его в каталоге, вдруг вы потеряли, то есть это можно легко найти и докупить его. Чего в этом наборе нет? Здесь нет длинных головок, ну и нет квадрата 1/4. То есть здесь стандартный набор, ключи, 16 ключей есть, популярные размеры все присутствуют, есть трещотка, есть два воротка. То есть кому нужен набор еще под 1/4, то это надо купить отдельно будет. По габаритам кейса, сейчас покажем, как держится инструмент сначала. Хорошо защелкивается все на своих местах,
верхней крышки ключи, то есть и не выпадает при закрывании кейса. Кейс у нас не цельнолитой, здесь он состоит из двух частей, скреплен вот такой вот широкой зависой посередине. Запирание набора на пластиковой защелке горизонтальной. По габаритам самого кейса: ширина 38 см, длина с рукояткой 30, высота 8 см. Вес набора 6,5 кг. Надпись Hans есть на верхней крышке, логотип. Компактный наборчик. Здесь собрано все самое необходимое для работы с автомобилем, для обслуживания автомобиля. Рекомендуем, конечно же, к покупке, так как это профессиональный инструмент высокого качества, имеет пожизненную гарантию. И кому это видео помогло с выбором инструмента, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и получайте скидку. До свидания.